Уважаемые участники соревнований, немножечко внимания, что конечно, все поздравляю вас с победами, но хочется вам сказать пару слов. События, которые сегодня разворачиваются вокруг нашей страны, уже, наверное, вошли в историю. Наши парни проявляют мужество, терроризм и твердость духа, выполняют боевые задачи на территории сопредельного государства. В нашей Конституции написаны такие слова: «Защита Отечества есть священный долг каждого гражданина». А где у нас закаляется твердый дух? В спорте, правильно. Особенно в таком, которым занимаетесь вы. И вы, как наследники этих традиций, думаю, с достоинством пронесете еще долгие-долгие годы памяти наших отцов, дедов. Всяческих вам удачи по жизни, побед в спорте. Вы большие молодцы. Поздравляю вас. Ребята, вы наследники победы. Это понятно всем. Так что старайтесь быть лучшими. Всего доброго.